Челнинские школьники используют каникулы с пользой, а городские предприятия в этом помогают. Один из лидеров по количеству трудоустроенных на лето детей – компания «Сатурн». Сегодня приняла первую смену школьников. «Сатурн» – один из ведущих производителей фурнитуры для пластиковых, алюминиевых и деревянных окон, известный в России и странах СНГ. Подростки здесь не только узнают о современных технологиях, но и зарабатывают. О том, как такой опыт помогает выбрать будущую профессию еще в детстве и до каких высот можно дорасти, в нашей рубрике «История успеха». Собрать коробку за 5 секунд, наполнить необходимой фурнитурой за 8. Пока будущим работникам «Сатурна» это не под силу, ведь они школьники. Сегодня ребята в первый раз увидели свои рабочие места, узнали, какую фурнитуру производит компания и сколько различных деталей содержит в себе окно или дверь. Это который отвечает за открывание. В первый рабочий день знакомство с производством и обязательный инструктаж. В будни ребятам предстоит занимать свои рабочие места уже в 6:45 и 7 приступать к труду. Их привезут на предприятие и организуют бесплатное питание. Одни будут работать в отделе кадров, другие в бухгалтерии, но основная масса идет на производство. Мне кажется, это полезный опыт. Именно на производстве, именно понять, как люди физическим трудом зарабатывают деньги. Скоро 18, скоро взрослая жизнь. Хочется понять, каково это и почувствовать детство, наверное, в сравнении. Компания «Сатурн» в этом году отмечает 30-летний юбилей с выпуска первого продукта. И уже 22 года в летнее время здесь активно привлекают школьников к производству. Благодаря этому более 2000 детей смогли получить здесь первый заработок. А 17 из них во всех смыслах выросли в компании. Работают здесь и по сей день, в том числе в топ-менеджменте предприятия. Мы стараемся всячески уже со школьной скамьи прививать к нашим школьникам, к нашим детям, к детям наших рабочих, именно любовь к рабочим профессиям. В первую очередь дети, которые приходят к нам на работу, они обучаются дисциплине. Когда человек дисциплинированный, он уже в жизни себя ему проще вести. В приоритете дети сотрудников компании. Как говорят в «Сатурне», это дает своеобразный побочный эффект. Отношения между родителями и детьми в семьях улучшаются. Этим летом в компанию планируют трудоустроить 130 школьников от 14 лет. Первые 35 человек начали работу сегодня. Ферния Сулейманова, Роман Гейтман, Челны-24.